Shema, Yisrael. Шалом Хаверим! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад возможности сегодня начать это утро вместе с вами с изучения Слова Божьего и молитвы. То, что мы собираемся с вами делать, это Божья воля. Бог определил нас иметь общение с Ним, иметь общение друг с другом и молиться Ему, открывать наши желания перед Его лицом. Вы знаете, я уверен, что каждый из нас, он должен войти в свое призвание и таким образом исполнить Божью волю. Для жизни каждого из нас Бог определил свой план. Есть глобальный Божий план, но каждый из нас становится частью в исполнении этого плана. И сегодня я хочу молиться вместе с вами в двух направлениях. Первое, чтобы мы узнали, молились о том, чтобы Бог открыл нам наше призвание. Второе, чтобы мы могли войти в это призвание и исполнить его в полноте. И давайте мы откроем вместе с вами одну интересную историю, которую мы читаем на страницах Писания. Это книга Судей, 17 глава. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литой кумир. И так отдаю оное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который находился в доме Михи. И были у Михи дом Божий. И сделал он эфод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Интересная история. История, которая имеет свое продолжение. Далее мы читаем о том, что некоторый левит проходил мимо, и Миха предложил ему быть священником у него в доме, думая, что таким образом Бог благословит его. По каким-то причинам левит не занимался тем делом, к которому его определил Бог. Он что, шел, ища новой работы, нового какого-то действия. И тут ему подвернулось такое интересное предложение. У этой истории есть дальше продолжение. Мы читаем о том, что колено Данова, которое искало себе удел, оно, некоторые соглядатели этого колена, они пришли к дому Михи, увидели то, что у него якобы дом Божий, попросили вопросить Бога о том, стоит ли им завоевывать город или нет. И после этого это колено совершает кражу этих истуканов, и все колено Данова вместе с этим священником, которым был у доме Михи, впадает в идолопоклонство. Это очень поучительная и интересная история, которая показывает, как действия, неправильные действия одного человека – привели к идолопоклонству целого колена. В этой истории у каждого из участников была своя мотивация, но было нечто, что объединяло их, было нечто, что было похоже в их действиях. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Миха решил открыть центр поклонения. Левит решил сделать стремительный скачок в карьерном росте. Мы видим колено Данова, которое по непонятным причинам 100 лет не нашло себе удела, также поступает удивительным образом. Мы, смотря на этих персонажей, мы видим примеры,
того, что люди не делали то, к чему они были призваны. Все эти действия привели к идолопоклонству. Как я сказал, целое колено Божьего народа, целое колено Дана вошло в это идолопоклонство. И для нас эта часть Священного Писания, она поучительна в том, что показывая, насколько важно каждому из нас войти в свое призвание. И помимо того, что войти в свое призвание, важно двигаться и исполнять то, к чему мы призваны. Но можно сказать, в этой истории ведь они делали явный грех. Для нас да, для нас понятно, что это явный грех. На тот же период времени то, что они делали, это не было явным грехом для них. Они делали то, что считали нужным, тем самым поклоняясь, как они думали, единому Богу, Богу Авраама, Ицхака и Якова. Только делали они это каждый так, как считал нужным. И если мы вспомним с вами, то значение слова «грех» означает промахнуться, не попасть в цель. Мы же с вами, друзья, призваны для того, чтобы, войдя в Божье призвание, попасть в ту цель, которую Бог определил для наших с вами жизней. И я хочу сказать, что у нас есть эта возможность. Бог слышит своих детей. Бог отвечает на наши молитвы. Когда мы ищем, мы находим. Когда мы просим, мы получаем. И вместе с вами этим утром я хочу молиться. Отец Небесный, Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что для каждого из нас у Тебя есть свое призвание, свое предназначение. Боже, Ты хочешь, чтобы мы вошли в то предназначение, которое Ты определил, и Ты хочешь, чтобы мы исполнили его. Отец, я молю Тебя за тех, кто не знает, где он призван, кем он призван, чтобы он нашел себя в Божьем плане, чтобы он исполнил Божью волю, Господь. Я прошу Тебя, чтобы те, кто двигаются в своем призвании, они утверждались, укреплялись и не ослабевали, Отец. Благослови нас. Благослови нас попасть в Твою Божью цель. Благослови нас исполнить Твою волю. Благослови нас стать соучастниками и соработниками Твоими в спасении людей этого мира. И за все мы отдаем Тебе славу, хвалу, честь, величие. Бешем Ишуа Машихейн. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.